Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинские гандболистки помогли сборной России выиграть Испанию. Хоккейная «Лада» не платит по долгам. Сергей Светлов собирается идти в суд. Бывший тренер хоккейной «Лады» до сих пор не получил причитающуюся ему зарплату. Клуб уволил специалиста еще в сентябре. Тогда команду преследовала серия поражений в КХЛ. Согласно регламенту лиги, «Лада» должна была рассчитаться с тренером немедленно. Однако, по словам Светлова, ситуация, увы, заходит в тупик. Руководство клуба даже не выходит на контакт. Очень не хочется идти в арбитраж, но, похоже, мне не оставляют другого выхода. Жаль. Конец цитаты. Сборная России по гандболу, за которую выступают 4 игрока «Лады», победила Испанию 28-26 на чемпионате мира в Дании. В матче на площадку выходили все тольяттинки: Татьяна Ярохина, Ольга Акопян, Дарья Дмитриева и Ирина Близнова, которую назвали лучшим игроком встречи в российской команде. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.